Всем привет, друзья! Добро пожаловать на канал «Обзор товаров из Китая». С вами, как всегда, его автор Александр. И сегодня у нас вот такое вот небольшое письмо, так его назовем. Здесь сначала сразу, я не сразу понял, что у меня здесь. Только уже придя домой, по трек-коду определил. А так было написано, что это якобы принадлежность для телефона. Отмечено, что это подарок и оценено в $3. На самом же деле здесь кабель USB, мини-USB, микро-USB. Так, шла посылочка у нас 22 дня, трек-номер не отслеживался, вес посылки 30 грамм. Кабель стоил где-то около 43 рублей на момент покупки или 92 цента. Так, кабель должен быть оранжевый, открываем. Не хотел делать одну распаковку этого кабеля, но посылочек больше не было, а открыть его очень хотелось, так что вот так пришлось. Вот такой вот кабель, как я и сказал, оранжевый, там у продавца очень много цветов. Ну, если честно, что будет потолще, посолиднее, понадежнее. Вот такой вот у нас здесь смайлик. Сейчас камера сфокусируется. Не хочет фокусироваться. Такой вот смайлик, значит, когда его втыкаешь в телефон, должен он улыбаться, гореть. Так, кстати, что говорить, сейчас проверим сразу. Я уже заранее... Так, сначала смерим длину. Заранее уже приготовился. Есть у меня тут зарядник для телефона. И телефон. Так, длина у нас ровно 1 метр. Вот, ровно 1 метр. Так, сейчас берем телефончик. Вставляем. Кстати, входит очень. Кстати, сам USB довольно-таки почему-то это длинный, по-моему, они обычно меньше, ну да ладно. Так, и вставляем. Вот у нас зарядка китайская тоже. Не помню, в комплекте с каким-то телефоном тоже шла. Так, ну и вот пошла у нас зарядка. Кабель, как я уже и сказал, мигает. Сфокусируется. Вот. И здесь сердечко играет. Также на заряднике. На самом тоже. Если видите, мигает сердечко. А с этой стороны. Что ж сегодня вот. Играет смайлик. Вот такой вот. В принципе, неплохой. Но довольно-таки хлипкий. Здесь уже, кстати, как-то вот немножко как будто, блин, переломано было сильно. И так он был сложен. Ну ничего. За 43 рубля очень хороший, мне кажется. Зарядка идет. Телефон заряжается. Так, ну вот. Такая у нас сегодня была большая покупочка. Если понравился кабель, переходите, покупайте по ссылочке. Очень много там различных цветов. Цена, как я уже сказал, копеечная. А кабель прикольный. Итак, если видео понравилось, ставьте лайки. Не понравилось, дизлайки. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. И подписывайтесь на канал. Всем хорошего настроения. Пока-пока.